институты общественного восприятия до исполнительной власти доводить и контролировать хоть этих работ. Контролировать тех, кто будет эти работы выполнять, с каким качеством они их будут выполнять. Ну и, конечно же, просто брать и дальше отстаивать интересы населения. Если деньги, еще раз говорю, потрачены на ремонт дорог, не выдержали, значит, срока годности, слушайте, ну применяйте уже правоохранительное право. Обращайтесь к тем, кто обязан компенсировать эти затраты или произвести новый ремонт, объем работ. По крайней мере, вот с Киркосяна на федеральном уровне спрашивают так. Вот он под эти форматы работает, чтобы не переделывать за свой счет заново дороги, он их изначально на федеральном уровне строит хорошие федеральные дороги.